Hey, boy. You working hard, eh? What? You ain't paid your insurance. That ain't right. Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики, с вами снова Гидеон. Мы продолжаем проходить чудесную игру Shenmue, это рубрика «Лучшие игры». Итак, в последней части мы узнали после первой половины нашего рабочего дня, что мастер Чен связан с безумными ангелами, а значит, нам придется с ним поговорить. Но сначала мы поговорим с Горо. Горо. What's going, bro? You know about the mad angels? Oh yeah! Working hard, eh, bro? Why are you shouting? Don't you know, bro? You don't sing that name so loud! Why not? Just because! You know about the mad angels? Hey! Oh, bro! Didn't I ask you not to say that so loud? That kind of talk is taboo around here! Why? I ain't privy to say! I don't know what you're trying to find out about, but I wouldn't be as indiscreet as you're being if I's you! Oh, about the mad angels? I done told you, bro! Don't say that so loud! You're really asking for a world of hurt! Really? See you around. You bet, bro! Забавно все время пугать Горо этим словосочетанием «безумные ангелы». Он все время так этого боится, просто кошмар. Итак, у нас рабочий день начнется, наверное... Ой, вторая часть рабочего дня начнется где-то в 2 часа, как мне кажется. Ну, а пока нам стоит... Кстати, бездомного нашего нету знакомого. Стоит поискать, с кем можно поговорить. Том. Харио! I've got something to ask you. Do you know anything about the Mad Angels? Ryo? You in trouble with them? Nope, I'm just trying to find out about them. No, man! Do not go and get mixed up with them! They're killers! Да, они действительно убийцы и вообще злодеи, и что еще можно сказать о них? Не знаю даже, в общем... Давайте-ка попробуем зайти в кафетерий, посмотреть, может быть, там есть кто-нибудь знакомый, с кем мы сможем пообщаться. Или незнакомый, который все равно, в любом случае, поможет нам, что-то скажет о безумных ангелах. Смотрите-ка, тут у нас люди обедают. Я надеялся увидеть, конечно, побольше людей, чем... Мало их чего-то, конечно. Excuse me. What do you want? About the mad angels? Now how am I supposed to know about stuff like that? Give me a break. I have nothing to do with them. I see. Да уж, действительно. Этот мужичок явно ничего не знает. Excuse me. What do you want? I want to ask about the mad angels. Oh no, don't do that. I don't have anything to do with them. I see. Thanks. Да, явно мы тут ничего полезного не узнаем. Вот, наш работодатель. Ну-ка. Yada-san? Hey, kid! Ryo, isn't it? Yeah. Are you getting used to the work? Well, I'm getting there. Okay. Keep up the good work. Ага. Ну, хорошо, будем продолжать хорошо работать. Давайте тогда дальше пойдем погуляемся. Осталось у нас совсем мало времени до конца обеда. То есть, смотрите, покушать здесь стоит примерно как ящик перевести. То есть 300-400 йен стоит обед. То есть, ну, вообще нормально, кстати, платят, если что. В день ты можешь заработать, наверное, 1500 йен в среднем. И там половину, ну, допустим, даже если ты половину из них потратишь на еду и там
на оплату чего-то, я уж не знаю, то еще половина целая останется. В принципе, неплохо так. Неплохо платит. Как мне кажется, по меркам цены обеда можно хорошо оценить размер оплаты труда. Может быть, здесь что-нибудь, на кого-нибудь мы нарвемся, я уж не знаю. Потому что здесь у нас безумные ангелы точно должны тусить. Но, видите, ничего нету. И никто нам, видимо, ничего не расскажет о них. Ну и сейчас у нас начнется рабочий денек. Продолжится, вернее. Продолжится, конечно. И мы перевезем остальные ящики. It's already this late. Да, уже пора. Уже пора продолжать. 2.01. Мы вновь за рулем нашего погрузчика. И продолжаем возить контейнеры. Was it number 18? Да, это у нас 18-й, так сказать, номер. Как ты выразился, Рио? Давайте поднимем наш меч. Меч рабочий. И продолжим перевозить эти контейнеры. Да что ж такое? Я все надеялся перевести все контейнеры, которые доступны. Как-то у меня была такая идейка, но все равно там, по-моему, остается немножечко. Все не перевезешь. Давайте сначала самое такое простенькое местечко заполним, а потом уже будем дальше заполнять те, что в глубине места. Так, у нас внизу, значит, сейчас нижний ящик возьмем. Ехали. И... О, хорошенечко подцепили его, хорошо. Главное все время вот эти нижние колесики доворачивать, чтобы... Они входили в положение, в правильное. И все будет путем. Так. Врезался я там во что-то. Задеваю иногда какие-то края. Небольшие. Но ничего страшного. Надеюсь, что вечерком у нас продолжится история безумных ангелов. Каждый вечер я надеюсь, что будет что-то происходить интересненькое. Иначе это будет немного скучновато, если придется целый вечер без новостей. Хотя сегодня уже вот что-то произошло. Да, ну вечером, я думаю, мы просто сходим пообщаемся с нашим мастером Ченом, так сказать. Спросим, собственно, а как это вот так вот оказывается, что вы знакомы с безумными ангелами? И даже больше, являетесь их прямыми конкурентами. Вот это интересно будет узнать у мастера Чена. Надеюсь, на этот раз он окажется дома, а то его вечно дома нет, как мы ему звоним. Один Гуйжан нас приветствует. И все, больше никого там нет. До 5 часов у нас рабочий день. И осталось у нас еще 2 часика. О, что-то я не выехал, ладно. Да, сегодня, конечно, вернее, в этой серии я, ну, повожу ящики у вас, так сказать, на глазах. Не буду обрезать. Чтобы вот так вот все посмотрели. Ну, не знаю, может быть, конечно, вы сейчас уже сидите такие, зеваете. Ну, что он делает? Зачем он нам показывает это? Это же скучно. Мы хотим экшена, мы хотим сюжета, мы хотим вопросов, неудобных вопросов к мастеру Чену. Но все-таки я хочу хоть раз показать полностью, чтобы не оставалось каких-то недомолвок. Ну, а дальше будущие дни уже, будущие серии, вернее, ну и будущие дни Рио, будем это все быстренько-быстренько пропускать.
Единственное, конечно, буду говорить, сколько... Наверное, там первый ящик перевезу. О, ну-ка, ну-ка. Hey, boy. You working hard, eh? What? You ain't paid your insurance. That ain't right. Law of the harbor dictates all rookies gotta pay insurance. You know what I'm saying? What insurance? I said pay up, boy. Right now. You guys mad angels? Defiance ain't a good idea. You don't pay up, boy. I'm gonna kick your ass. No way. Huh. You are gonna regret that decision. Let's get him! Кажется, нам нужно проучить будет и этих троих ребят. Ну что же, так тому и быть. Вот это удар! Вот это я понимаю. И захват! Превосходно! Alright, you guys. No! Hey, wait! Нет, Рио, похоже, это не безумные ангелы. Совсем не безумные ангелы, это лохи какие-то просто позорные. Потому что слегли они после пары наших приемов. Ничего, в общем-то, от них не осталось. Бедняги. Хотели с нас денежку содрать, а в итоге получили по заслугам. Осталось, включая этот ящик, у нас всего 4 контейнера. Интересно, я успею? Будет круто, если я успею. Давайте-ка тогда поспешим. Поспешим, потому что... Вдруг я успею и наконец-то узнаю, что будет, если перевести все контейнеры вовремя. Хотя может сейчас случиться какая-нибудь у нас опять потасовочка. Да нет, вряд ли. Это у нас первый такой, так сказать, бурный денек, когда к нам, как видите, все пристают. Все пытаются с нас что-то поиметь, но ничего не выходит, ребятки. Не на того напали. О, как я развернулся-то быстренько. Отлично. Всего лишь, по-моему, 2 контейнера осталось. Да неужто? Да неужто, господа? Всего лишь 2 контейнера, а у нас в запасе еще час времени. Если, конечно, я сейчас не буду дико тупить, то мы все это сделаем. Все мы сделаем буквально, наверное, может, даже еще и до... До 4 часов. Выполним норму. А, в принципе. Ну, давайте я все-таки поставлю сюда его. Почему нет? Ну, как-то мы его в край уж совсем я его влепил. Что-то в край совсем его поставили. Ну, ничего. Ничего. Последний ящик у нас на подходе. И вот мы его везем. Прекрасно, у нас еще час времени, а мы уже довезли все ящички. Вот это круто. Вот этого у меня еще не было. И что же нам делать? Ящиков больше нет. Что нам делать? Сейчас посмотрим. Может, тут завалилась парочка? Да нет, все. Ящиков больше нету. Странно. И что, нам еще кататься по порту теперь целый час? Забавно. Ну да, других здесь взять нельзя. Остальные все здесь, так сказать, ну, не декоративные, конечно. Но взять мы их не можем.
Так, ну сюда, конечно, мы уехать тоже не можем. Да, все, все, мы перевезли. Давайте я открою меню, посмотрим, что у нас, маршрут. Да, вот, отвезти отсюда просто на склад, и все. 10 ящиков квота, то есть мы могли еще и отдохнуть весьма неплохо. Целый час у нас отдыха остался, при том, что мы перевыполнили норму. Еще как перевыполнили норму. Ну, давайте прокатимся. А что еще делать, я даже не знаю. Покатаемся по порту на скорости. Да, вот это скорости. Кстати, я так и не глянул, какую мы там скорость развиваем на гонках. Наверное, ничего особенного. Ха-ха, интересно, здесь мы будем возить ящички? Ну вот сюда, например, какой-то из этих складов. Ну вряд ли, конечно, потому что... да, здесь у нас склады на возвышениях. Это склад для грузовиков, они сюда... Ну, фура задом подъезжает и загружается или сгружается, в общем, это уже по выбору. Да, делать весьма нечего. Давайте покрутимся у склада, может, какую-нибудь кат-сцену поймаем. Кто знает. Но я думаю, да, ничего мы уже здесь не поймаем. Никаких кат-сцен. Все будет именно так. Да, я все думал, что будет, если отвезти все ящики. Но в итоге, оказывается, ничего особенного. То есть вообще ничего. Не то, что даже ничего особенного, а вообще ничего. Надо было, конечно, им сделать так, что если ты все ящики перевозишь, то... Рил там идет в кафетерий и отдыхает все оставшееся время до конца рабочей смены. О, а че это, тут никого нет? Но, наверное, мы все равно въехать не сможем. You're in the wrong area. Go back. А, вот так вот даже. Ну ладно. Хорошо. Покручусь тут на пятачке. Немного потренирую вождение. Привет, Гора, как дела? Ну вот, собственно, и все. Давайте куда-нибудь запаркую здесь. И конец рабочего дня. Finished for the day. Посмотрим, чем мы сможем заняться в порту сегодня вечером. Okay, good job. Here's today's pay. Thanks. You met quota, son. So starting tomorrow, you'll get a 50 yen raise. That'll be 350 yen per crate. Thank you. Keep up the good work. Yes, thank you very much. Супер, ребята, 350 йен с завтрашнего дня. Yo, bro! Hats off to the hard-working man, huh? You said you knew a lot about the harbor. Right on, my man! From the perfect mugging locale to the best spot to take a leak, this here harbor, Goro knows it all! So you know about the Mad Angels. Speaking of taking a leak... Not so fast. Oh, man! Must have had me a bad ache this morning! Gotta hit the can, my man! Oh, hope I can make it in time! Oh! So you know about them. Bro, that name! Please don't say it so loud! Why not? You get yourself fed to the fishes for talking about them, man! It's taboo around here!
There's a rumor about some loudmouth kid who got himself concrete boots for talking. No way. Well, bro, I'm out of here. See you around. Yeah, later. Ну, это все, как всегда, дамы и господа, всего лишь слухи и ничего более. А факты мы должны узнать сейчас. Мог бы Гора, конечно, и побольше нам рассказать фактов. Но, видите, он так увиливает, боится, конечно. Ну, а кто бы не боялся, на самом деле? Хисака-са. Will. Do you know anything about the Mad Angels? Mad? What? I haven't a clue. What is it? If you don't know, don't worry about it. I'll be on my way. Yeah. Ну да, у Хисака-сан действительно бессмысленно спрашивать что-то о безумных ангелах. Она, конечно, не знает. И, наверное, как по традиции, как и во вчерашний день, самый экшен начнется у нас после наступления вечера. Давно не видели мы бездомного, ну, конечно, если не считать вчерашней, так сказать, гонки, где мы утопили мотоцикл безумных ангелов. Кажется, это были они. Они же тут катаются. Но я чувствую, за мотоцикл нам придется заплатить еще как. Да, опять здесь, конечно, никого нет. Но, может быть, надо поближе подойти. Да нет, ничего особенного. Все еще ничего особенного. Куда даже пойти? Даже пока не знаю. Ну, давайте просто гулять. Сегодня у нас такой более спокойный день, если не считать гонки. Этой классной гонки в начале дня. Хотя, стоп. Стоп, я уже путаю, прошу прощения. Я просто пишу две серии подряд. И гонка у нас была в предыдущей серии, а в этой серии у нас... Эта серия у нас началась с обеда. О, ну-ка. You never know when to give up, do you? What do you want? I'm here to teach you a new move. Like that'll be real helpful. You couldn't even handle the Mad Angels, much less take on Landi. Shut up! Look, I don't need your help. Hey, fine by me, but it's wise to accept the goodwill of others. So, will it be? You are mine or not? Конечно, я согласен. Well, if you're so eager to teach me, okay. You could be more appreciative. First, I'll show you the form. Watch. One step back, shift your weight. While backing up, kick. This is called a swallow dive. Now you try it. Так, шаг назад и удар ногой. That's good enough. Now, while backing up, kick. Try it. Ну-ка. Во. Pretty good. About what's expected the first time. I've got it now. But your technique is still off. Now I'll teach you how to utilize the swallow dive. The moment you drop back, you invite your enemy in. And that's when you counterattack? That's right. I'll demonstrate it thoroughly. Well, you want to practice more? Давайте еще раз немножко потренируемся. Yeah, please.
I'll watch, so give it a try. Ну, весьма неплохо. Просто нужно нажимать назад и удар. Да нет, достаточно. No, that's enough. Keep in mind, you've only learned the basic form. To properly utilize this move, you'll need to practice. Yes. And apply diligent training. Гуйжан хороший парень, наш знакомый. Но все-таки меня, конечно, интересует, что было бы, если бы я отказался от этого приема. Видимо, ничего особенного. Why teach me that move? You're intent on going to Hong Kong, right? Yeah. Even knowing that you may die? No matter what. So I thought. If I were you, I'd do the same. That's why. Да, Гуйжан весьма нас понимает. И у нас наступает вечер в порту. Хороший знакомый, хороший парень. Я думаю, если бы мы отказались, то просто последовала бы следующая заставка за этим. И он бы спросил, ну, Рио бы спросил Гуйжана, зачем учить меня? Вот и все. А так, ну, просто мы стали более дружелюбны к нему, более дружелюбно отнеслись. Ну что же, я думаю, больше мы здесь... А нет, интересно, что-то еще. Been waiting for you. It's you. What are you doing here? Wanna pay you back for helping me out. Teach you something useful. Suppose I show you rather than tell you. Let's see you try and punch me. Me? Punch you? Quit your babbling and punch! You call that a punch? That'll be the famous Hazuki style. How do you know the Hazuki style? If you really want to know, give me your best shot. Okay then, here we go. Why am I missing? This was a real fight. I just crushed your throat. How did you do that? There's more to mastery than offense. Evasion without getting hit is an art in itself. My sensei used to call this move the shadow step. Shadow step. So, how about it, son? Wanna learn it? Конечно. Yes, please teach me. First off, show me that their basic Hazuki style stance. All right. That ain't too bad. Now come and do what I do. Whilst ya step forward, pull your arms in a slide real quick. Once you slide up behind, cut a blow to the neck, like so. Now, start from your basic stance.
Move your weight forward one step only. Something like that. As you step forward, get ready to dodge and throw. Now your turn. Seems you done mastered it. Thank you very much. Got that touch, you do. How about a bit more practice? Ну, давайте попробуем еще раз оттренировать этот прием. Okay, sure, why not? Well, I'ma watch ya. Go on and show me. Alright. Этот прием явно не из простых. О! Наконец-то я научился его делать! Превосходно! That enough for ya? Wanna keep going? Я думаю, на сегодня достаточно. No, I think I'm alright. Thank you for the instruction. Well, don't go forgetting to practice every day. Perhaps we'll meet again. Please wait. How do you know about the Hazuki style? The Hazuki name's known amongst martial artists. The style of Iwao Hazuki is revered by many, including me. Quite popular in spite of being so young he was. My father? If you knew that move, why not use it that day? No sense in fighting. Sometimes a clean getaway is also victory. Ever need practice in the day, try warehouse number 4. Sometimes I'll be there myself. Be sure and practice daily. И мы освоили еще один прием. Шаг тени. Классный прием, мне нравится. I should go home. И время у нас уже действительно совсем, совсем, дорогие друзья, поджимает. Поэтому мы отправляемся домой. Ну что ж, дорогие друзья, на этом, я думаю, закончу данную часть прохождения по игре Shenmue. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Всем спасибо, с вами был Гидеон. И до следующей миссии.